Всем привет, дорогие мои, с вами Гуннова Аня. Сейчас мы с вами посмотрим вот это вот нижнее белье новинки 14 каталога, который действовал по 2 октября. Вот такие вот классное нижнее бесшовное белье. Сейчас будем все смотреть. Для начала мелочевка. Да, мелочевка. Заказали за 740 рублей К2 и Д3. Я взяла 15 штучек маме, папе, нам. 208-115. Очень крутая штука. К2, Д3. С него, кстати, волосы, ногти ужасно растут. Сильно. Кто вот это не любит, не берите. Потому что будете каждые 2 недели маникюр переделывать. Далее. С артикулом 16-57 для чувствительных зубов зубная паста. Взяла еще одну. Пока она вот тут по распродаже. Еще что-то думаю. Ну, чушь, я одну взяла. Дай вторую возьму. Потому что в предыдущем обзоре она уже была. Далее. Зубные щеточки обновляем. Беленькая, конечно же, моя. 11-747. Тут идет щетина с натуральным напылением, которая эффективно очищает зубы, обладает отбеливающим эффектом. У них у всех одна и та же аннотация. Значит, щетинки разного уровня легко очищают межзубные промежутки и труднодоступные места. Силиконовые элементы по краям предназначены для массажа десен. Эргономичная двухкомпонентная ручка с упором для большого пальца и нескользящим покрытием. Ну да, она тут есть такая. Беленькая 11-747. Черненькая 11-748, зеленая 910-331, нежный такой оттеночек, и лиловая, фиолетовая, розовая, как она, 910-332. Далее по несколько штук масочек моей маски Ультра Повар фиолетовой от Эксперта, что-то нет на складе, я немножко расстроилась. Значит, 160 мл. Ну, вот эту маску, конечно, самые, наверное, мои любимые. Вот из того, что есть, самые-самые-самые. Вот такую буду брать с собой в Октаву, в поездку. Значит, с артикулом 1882. Масочка Ever Strong. Это глубокое восстановление. Именно материю волос восстановляет. Питает волосы по всей длине. Возвращает волосам блеск и мягкость. Насыщает питательными веществами. Укрепляет волосы от корней до кончиков. Именно она идет такая вот со мной. По-моему, должна идти. Вот это бывшее обновление, как бы, да, произошло. Вот такая вот она светленькая, приятненькая, густенькая, хорошенькая. Да, видите, практически не течет. Очень удобно ее наносить. Она такая склизенькая. И волосы, правда, питает. Они такие не пушатся, но рассыпчатые получаются. Вот. Запах тоже такой приятный, сладковатый, симпатичный. Ну, это маска с запахом ревеня. Тоже ее очень сильно люблю, прям обожаю. Клевая такая вот она. Тоже, видите, идет такая прям густая. Маска с ревенем 26-54 артикул. Тоже питает по всей длине и так далее. Сегодня спасла свои белые кроссовки чистящим кремом универсальным. Вот прям сегодня момент съемки видео. Двери очень хорошо очистится. Он идет с микрогранулками. Артикул 30-253. В общем, такая универсальная штука, не только для кухни. Взяла по продукту дня этих 5 штук и этих 5 штук. Продукт дня был вот обоих по 5 штучек взяла. Гель против устранения засоров 30-244. Далее взяла большую версию интенсивно очищающий шампунь для жирных волос. Артикул 0191. Вот сейчас в Октаву мы летим не с мужем, а с дочкой. Это Казахстан. И вот вы знаете, я еще заказала маленькую версию, 3 штучки для жирных волос, для Катюши, чтобы с собой. Вот понимаете, на 4 дня вот это много. Ну, это хватит месяца на полтора. Вот, а тут на 4 дня, но пришлось выбирать большую. Думаю, что ж я маленькую не заказала. Только вот такие большие все беру. Хороший очень шампунь, приятный аромат морожки. Дальше, значит, у нас идет бальзам интенсивное укрепление. Он укрепляет полотно волос, предупреждает ломкость, появление секущихся кончиков, возвращает жизненную силу ослабленным волосам. О, запаковали, так я лишь открою. Такой вот он какой-то кремово-розоватый. Запах у него тоже сладковатый, очень такой приятный, какой-то парфюмерная душка, необычная, а вот именно парфюмерная душка. Артикул 1899, нравится, уже сколько лет пользуемся. Ну, как вы видите, новинки, дубляж новинки, значит, новинка мне зашла. Гель для умывания гиалуроника 2820. В пустых баночках о нем очень подробно, буквально на днях рассказывала, поэтому не буду повторяться. Значит, расслабляющее крем-масло для душа с артикулом 2614. Почему-то вот не могу, полюбила я его, хотя в начале
аромат вот этого мелатонина, который успокаивает, мне не очень-то понравился. Но потом я к нему привыкла, он мне начал нравиться. И нравится вот это вот умиротворение после него. И вот прямо вот этот яркий, бьющий в нос аромат мелатонина на ночь, он, оказывается, весьма полезно влияет на психику. Как-то спишь слаще, проще, как-то вот приятнее все. И вот именно это 2614, это единственное расслабляющее, именно крем-масло для душа. И кожа после него мягкая, нежная, и запах приятный, успокаивающий. В общем, я прям начала от него прям покайфовывать. Сначала вот, видите, не распробовала, а сейчас вот начал нравиться. Далее детские влажные салфетки с экстрактом календулом, пантенолом и витамином Е, 50 штучек, с артикулом 1798. Они у нас, наверное, самые ходовые в семье. Дальше, значит, защитный бальзам для губ, Кот Апельсин. Пошла осень, скоро снег, поэтому 47-40 это до выхода на улицу. А вот этот помазать губки на ночь, 47-41. Он уже идет как восстанавливающий крем-бальзам. Вот защитный бальзам для губ и восстанавливающий крем-бальзам. Ну, это вот, знаете, давайте посмотрим крем-бальзам. Это обычные бальзамчики, обычные гигиенические помадки, которые просто красиво оформлены, которые просто вот ухаживают, а вот они такие обычные. Цвета они никакого не дают, запах у них, ну вот тут, по-моему, малинка, а этот грейпфрут или апельсин. И такой же вот желтенький, такой же симпатичный. И Викуське, конечно же, Викуське это нравится. Они идут 3+. Тут натуральные красители от душки, что очень приятно для детей. И вот обычная защита и заживление питания. Но мы еще ей, если у нее сильно губки трескаются, еще мажем вот этим аромабальзамом от BSC маленьким. Далее мыло для рук. Взяла 5 штучек, 23,88. Универсальный крем с аргинином, почти весь измазал. Вот, кстати, про него скажу подробнее. Еще один случай у меня недавно произошел. Меня массажист отмассажировала, так как я массаж не делала давно. У меня очень сильно заболела спина, где-то даже застреляла. В левую ягодицу в бок началось постреливать. Я к нему пристала. Он ходит к Вике на массаж, я к нему пристала. Говорю, что-нибудь мне порастягивать, хотя бы немножко что-то поделать. Он мне поделал, все нормально. Но на следующий день я чувствую, я не могу двигаться. У меня горят плечи, весь позвоночник, все горит. Мне было больно. И я к нему, вот к этому аргининовому крему, обратилась с помощью. Мужу подхожу, говорю, муж, намажь мне, пожалуйста, спину, вот от копчика, говорю, до линии роста волос на шее, говорю, все вот это вот мне намажь, пожалуйста. Он мне раз намазал, потом через пару часов я сходила в душ, он мне опять намазал. И вы знаете, у меня практически все прошло. У меня перестало гореть шею, перестало болеть. То есть эта штука не только от ушибов помогает, но еще и как восстанавливает и улучшает защитную реакцию кожи. Но еще и вот от ушибов, от того, что меня перемассажировали тоже. Вот. Но тут и видите состав такой, что имбирь, каштан, донник, подорожник восстанавливают, улучшают. Поэтому как бы все здорово и классно. 12,79 артикул. Еще после дня на шпильках вот этот универсальный крем с аргинином просто находка. Просто находка, я от него кайфую. Поэтому прям вам советую. Причем он идет такой мятненький, приятненький. Ну, на слизистую его, конечно же, нежелательно. Он именно для кожи идет, для кожи, для тканей, там, от ушибов, от растяжения, вот у кого коленки болеть начинают. Ну, если коленки болеть начинают, аргинин, он снимает боль, он как бы мало поможет. Он мало поможет. Он такой, знаете, долго, кстати, впитывается. Но вот это вот приятное ощущение. У меня было пару синяков, и я помазала синячок, он пожелтел на следующий же день. Ну, приятно, быстро. Салфетки для интимной гигиены кончились совсем, поэтому набрала 15 штук, 26,07. Очень приятный аромат Луника. Вот эта вот линейка Луника. Я не могу. Такой аромат, просто глаза закатываются вкусный. Малофтелин, как обычно. У меня, кстати, 3 малофтелина тут купили. И вот у нас один остался, и я опять буду заказывать штук 5. Вот зачем я один взяла, не знаю. 709,12. Ну, хотя бы один пока есть. Гель для интимной гигиены 87,22. Памперсы. Как-то мой муж смеется. Памперсов-то набрала с собой, памперсов-то. Я говорю, да, набрала. Говорю, не хочу магазинские, потому что эти, они действительно круче. Ночные прокладки 112,95. Их тут 7 штучек, они такие длинные. И гигиенические прокладки с анионовым чипом, дневные. Те тоже, кстати, с чипом. 10 штук, 112,89. Классные. Далее футболочки по ВИПу взяла. 3 штучки на всякий случай. Вдруг кто-то на фотосессию забудет купить, у кого-то нет возможности. В Москве буду дарить.
Так, ну все, за 10 минут все перечислили, переходим к новинкам. Итак, вот тут еще есть не новинки. Это следочки-невидимки, носки-невидимки называются, три пары. Бежевые катюши, размер 36-38, артикул 820-309. Белые мне, 820-051, тоже 36-38. Большие размеры я не заказываю. Тут три. Ну вот они пока были по распродаже, я их все нахапывала, можно так сказать. 820-433, чисто черные, а трехцветные, белые, серые и черные, это 820-057. Далее трусы боксеры мужу, 70% скидочка, 95 хлопок, 5 эластан, размер 2XL. И пошли, поехали, вот такие вот у нас трусики в новинках. Сейчас будем смотреть. Угу. Няшные. Я не могу, такие цвета. Это вот цвета вернулись, как а-ля молодость мамули. Такие тут цветочки маленькие. Прикольно. Набор трусиков женский. Три штуки. Артикул 510-130. 95 хлопок, 5 эластан. Кстати, приходят классные коробочки. Cotton Comfort. Угу. Ну, знаете, по качеству они очень похожи на детские трусики. Детские такие же у нас вот хорошие, очень мягкая вот эта вот резиночка, красивенькая, хорошенькая. Бирочка, кстати, тут сбоку. Хорошо очень. Тут все подшито. Кармашка нет. Кто-то вот спрашивает все про кармашек. Ну, гигиеническая защита. Ее нельзя снимать. Если вы ее сняли, то возврата уже не подлежит. Такие вот хорошенькие трусики. Раз. Такой прикольный узорчик. Угу. Да, вот такие трусики 2. Еще и бантик сделали. И трусики 3. Вот эти мне, кстати, очень понравились. Такие зеленые, свежие, красивые. Рисуночек аккуратненький. Да, тут еще, кстати, выштамповано, что Faberlic Cotton Comfort Woman XL. Да, вот видите, надпись. Выбито, что это Faberlic. Приятненькие такие трусёшки. Трусёшки. Плавочки. Кто как любит называть. Так, далее вот такая у нас идет расцветка. Это набор трусиков женский. Цвет темно-сиреневый, белый, розовый. XL 510-124. Тут, кстати, зип-замочек. Так, первые у нас идут такие. Угу. Вторые идут такие. Рисунок одинаковый с обеих сторон, что у тех, что у этих. Кстати, попу вот не показала. Ну, знаете, обычные, просто хорошенькие. А это однотонные. Все одинаковые модельки, то есть все слипы. Нету ни стрингов, ни шортиков. Пакеты, конечно, очень сильные шабаршуны. Прямо задеть их невозможно. Они очень сильно шелестят, поэтому я сейчас все это разделю и буду вам уже такие вот готовые бюстгальтеры показывать. В общем, смотрите, все до единого бюстгальтеры, у них идет состав какой? 84 полиамид, 16 эластан. Все. Размеры все идут 85С, все до единого, потому что это мой размер именно в компании Faberlic. Хотя в магазине бывает и Б, и С, и даже Д мне дают. Ну, в общем, там размеры разнятся. Тут же, в принципе, в компании Faberlic. Вот мой размер 85С. Артикул 504-298. Такой вот изумрудный, очень красивый. Он идет с кружевом. Почему я заказала все цвета и даже не подумаю их возвращать? Кстати, он истинно на камеру, он чисто зеленый, изумрудный, зеленый, красивый цвет. Камера искажает, к сожалению, он больше похож цветом вот на этот диван мой. Вот это мой диван, больше на него похож, чем вот на камеру, только немножко потемнее. Чем хороши они? Вы можете с чашечкой делать все, что захотите. С чашечкой ничего не случится. Можете стирать сколько хотите, делать что хотите. Вот бюстгальтеры, спейсеры, они тем и хороши, что они очень износостойкие. И цены им нету ни в носке, ни в удобстве. В общем, они самые классные, самые кайфовые, самые удобные. 185С такая вот широкая поддержка. Тут не вставлена косточка. Он сам по себе бюстгальтер на косточках, а тут вот по бокам, знаете, бывает. Тут ее нет. Вот такой вот логотипчик тут Faberlic идет с каким-то кристальчиком даже. Ну надо же, заморочились, а?
тут кружево, совсем немножко, чуть-чуть, чтобы хотя бы что-то было. Бретелька, что мне безумно нравится, целиком регулируется и целиком растягивается. То есть нету вот этого вот пополам. Половина тянется, половина нет, потому что иногда этого бывает мало. Это все не съемное, вы не сможете снять. Оно идет цельная конструкция, все тут сшито. Все сшито, пришито, отстегнуть, ну никак. Так, крючочки и петельки. Тут идет два ряда. Чем-то вот тут нету, не знаю почему. Может, это брак какой, не знаю. Видите, тут есть, а тут нету. Было у вас так, ребят? Подскажите, пожалуйста. Интересно прям. Ну ладно. Так, ну-ка, у других как? Может, оно так и задумано? Нет, у этих есть. А, представляете? Вот так вот мне и попалось. Но ничего страшного. Три петельки и два крючка. Вот так вот можете застегивать. Ну, я из-за крючков не буду назад возвращать, потому что я ношу на самый первый и все. Вначале самый последний, потом где-то через полгода, когда проходит уже куча стирок, я уже на самый первый начинаю. Я серединой, можно сказать, и не пользуюсь вообще. Ну, вот это вот просто кайф, ребят. Особенно в поездках это просто кайф. Забыл мешочек для стирки нижнего белья, а он и не нужен. Понимаете? Шикарно. Есть белье, конечно, которое, ну вот, приходится в мешочке стирать. Это в поездках самое то. Далее, трусы с завышенной талией. Состав у них тоже 84 полиамид 16 эластан. Размер XL. Артикул 504, 366 в экселевском размере. Ну вот указано, что они бесшовные. Ну, действительно, тут проклеено, я так понимаю. Да, видите? Проклеено. И так вот красиво сделано. Кружево очень плотное, очень качественное. Жалко, что цвет не передается. Он такой приятный, такой красивый изумрудный оттенок. Вот тут идет шовчик. Внизу изделие. И тут вот сверху получается кармашек. Вот такая красота. Ну, в принципе, неплохие. Хорошенькие. Давным-давно пора поменять. Ну и сверху, конечно, он не совсем бесшовный. Тут, конечно, пришита вот такая вот, видите, резиночка. И они все-таки сверху идут сзади без шва, а спереди все-таки со швом. Резинка, кстати, довольно-таки тугая. Но она не будет впиваться. Но они тугие. Нереально тугие. По сравнению с трусиками, резиночка тугая. Дальше слипы. Тоже Essential. Они идут к микрофибра 80 полиамид 20 эластан. Артикул 504-43. Ну да, хорошенькие. Кружево тут точно так же, но поменьше. Такие вот. А, ну и везде вот выбито, как стирать, как за ними ухаживать прямо на трусиках. То, что размер XL и так далее. Точно-точно такие же. Очень прям. Это у нас все то же самое. Все то же самое. Поэтому смысла нет открывать. Все то же самое. Трусы слипа с завышенной талией, бесшовные, 504-371. Это просто трусы слипы бесшовные, 504-349. Это у нас идут без галтера, 504-310. Точно-точно такие же, как и те. Но тут, наверное, лучше даже на светлом видно все вот эти вот шовчики. Но они прям до такой степени. Вот тут все тянется, тут все тянется. Все такое упругое. Ну, мне нравится. Я обожаю спейсеры от Faberlic. Обожаю. Они удобные. Далее то же самое скажу про бордовый цвет. Значит, тоже 80 полиамид 20 эластан. Трусы слипы с завышенной талией 504-376 в размере XL. Трусы слипы с завышенной талией 504-355 размер XL. И вот такой вот цвет очень хорошо передается, слава богу. И вот этот хорошо передается. То есть у меня камера с голубым цветом. Ну-ка, а тут что? И тут, смотрите, все петельки на месте. Вот, значит, в одном месте у меня было вот такое. Дальше. Черные трусы слипы. Кстати, вы представляете, я тут заметила, у меня нет ни одних черных трусов вообще. Думаю, это надо же, а. Как хорошо, что появились компании. Я их заказала, как раз у меня будут завышенные и слипы, и бюстгальтер. Бюстгальтеров, честно скажу, взяла два. Состав микрофибра, 80 полиамид 20 эластан, как обычно. Цвет черный, размер XL, артикул 504-381 у трусов слипов с завышенной талией. Угу. Так, и получается размер XL, обычные слипы бесшовные, 504-361, хорошенькие, вот такие вот, такой вот черный, ужасно удобные, не мнутся, ничего с ними не случается,
просто шикарно. И ткани все. Они как будто, знаете, как будто поблескивают даже чуть-чуть. Но это на лампу. Это на лампу, потому что лампа сильно светит. Ну вот и все, мои дорогие. Показала я вам все белье. Как обычно, заказала все цвета. Мне понравилось. Мне все очень понравилось. И изумрудный, и пудровый, и бордовый, и черный. Но вот к пудровому, конечно, есть нарекания. Я вот не поняла, что он пудровый. Он для меня обычный бежевый. Где тут какой пудровый? Ну, идеально бежевый. Нету тут ничего. Не знаю. Может, сейчас бежевый пудровым называется, но нет. Цены тоже радуют. Потому что вот бюстгальтеры Spacer, они реально дешевые и износостойкие. Они качественные, дешевые и износостойкие. Понимаете, всего 1500 рублей по цене каталога. От одежды у зарегистрированных покупателей идет скидка от цены каталога 20%. У всех, считайте, 1599 минус 20%. Вот такой стоит бюстгальтер, который год, полтора-два можно носить. Трусы слипы с кружевом 549, трусы завышенной талии 599. Ну вот, в принципе, и все. Все, что хотела, показала. С вами была Коннова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Новинки все заказала. Каталога 15. Как приеду из Актау, сразу сяду снимать. Всех целую и обнимаю. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки.